Всем привет! Сегодня у нас обзор беспроводного ресивера для беспроводных же джойстиков от Xbox 360, который подключается к компу ресивера, и, соответственно, к этому ресиверу уже можно подключить джойстик от Xbox 360 и играть в игры, где, значит, используется этот джойстик. А в последнее время он используется практически в каждой игре в качестве дефолтного, особенно тех, которые выходят с поддержкой Games for Windows Live. Вот, заказан был на eBay, это не оригинал, это, скорее всего, ну, не скорее всего, а точно китайский фейк, хотя, в общем-то, упаковка пытается имитировать оригинал, видимо, судя по всей символике. Куплен был на аукционе за $8. Сейчас откроем, посмотрим, что там и как, и попробуем подключить его к компьютеру. Тестировать будем на игре Rayman, последний. Rayman Legends, она вроде называется. Так, здесь, видимо, какие-то драйверы. Скорее всего, они не нужны, я думаю, под семерку. Так, ну здесь сам ресивер. Так запаковано интересненько. Так, ну, выглядит, кстати, не так уж фейково, то есть по качеству исполнения это вполне могло бы быть и оригиналом, по моему мнению. Все довольно тяжеленькое. Вот, ну, вот таким вот образом выглядит, даже голографическая наклейка есть. Так, что у нас здесь? Очередная какая-то наклейка. В общем-то, ну, тут рассказывать особо нечего. Вот сверху какая-то кнопка, видимо, для определения джойстика. Ну, здесь, естественно, обычный USB. Вот, теперь подключим, проверим работоспособность, собственно. Так, вот джойстик, который будем подключать. Обычный Xbox-овский джойстик, от Slim-ки, черный. Вот наш ресивер подключаем, собственно. Пошла установка программного обеспечения, видимо, какие-то дрова Plug and Play ставят. Так, программное обеспечение не было установлено. Значит, все-таки понадобится драйвера. Ну что ж, поставим драйвера. Итак, дрова установить. Все оказалось довольно банально. Дрова просто были кривые, как и все на Windows. И они просто не устанавливались, пока их не установишь вручную. То есть проходит установка драйверов с диска. Вот. Но при этом происходит ошибка. Это было видно, когда я устанавливал. После этого, значит, нужно произвести следующее действие. Входим в диспетчер устройств. Там видим нераспознанное устройство в виде нашего этого ресивера. Ну, оно просто называется неизвестное устройство. Далее заходим в это неизвестное устройство. Собственно, инструкцию нашел, естественно, в интернете. Заходим в это неизвестное устройство. Нажимаем «Обновить драйвер». И там, значит, выполнить поиск драйверов на этом компьютере нажимаем. Так, тут видно, не видно, сейчас приближу. Вот, далее. Что у нас далее? Так, тут просто скриншотики, чтобы было наглядно, сейчас их буду врубать. Я только что эти телодвижения произвел. Вот, выполнить поиск драйверов на этом компьютере. Далее не какую-то директорию выбираем, а именно выбрать драйвер из списка уже установленных драйверов. То есть он как бы уже установлен, но еще нет, типа такого. То есть выбираем
вот эту вот опцию выбор драйвера списка уже установленных драйверов. Вот, следующий скриншот. Ну и там как бы уже будем выбирать именно Xbox 360. Здесь, значит, пункт надо найти. Ну, как бы это вся настройка для Windows 7 64-битная. Значит, здесь выбираем общий контроллер Microsoft для классов Windows. Следующее окно у нас появляется с выбором конкретных, как бы, уже драйверов. Вот. И в следующем окне выбираем Xbox 360 Wireless Receiver for Windows. Ну, собственно, то, что нам нужно установить. Нажимаем «Далее», значит, как всегда, происходит предупреждение системы о том, что драйвер не имеет цифровой подписи, хотя это все майкрософтовское, как бы. Вот. Ну, естественно, соглашаемся, происходит установка драйвера, и устройство уже определяется в системе как, я имею в виду ресивер, определяется в качестве Xbox 360 Wireless Receiver. Вот. Далее тоже был замысловатый квест, как подключить, собственно, к уже установленному это устройству, собственно, джойстик. На джойстике сверху есть кнопка, вот это вот, когда происходит поиск именно сигнала беспроводного. То есть сначала мы подключаем этот ресивер, он там, на нем нажимаем верхнюю кнопку. Сейчас приближу. Нажимаем кнопку, он начинает моргать, то есть он ищет, собственно, наш джойстик. Включаем джойстик и нажимаем верхнюю вот эту штуку, чтобы забегал этот кружок в поиске, собственно, сигнала от ресивера. Ну и ждем, пока они друг друга найдут. Так, вот видите, когда, значит, левый верхний диод остается гореть, значит, уже все подключен геймпад к этому ресиверу. Вот. Ну, а сейчас, собственно, запустим Rayman и проверим, как распознается он именно игрой. Так. Играть будем на Rayman Legends, как я уже говорил. Заставки здесь не перематываются, так что не обессудьте. Так, ну тут как бы все, видно, что он уже работает, вот смотрите. То есть никаких настроек, ничего не надо. Этим, собственно, и хороши джойстики от Xbox 360. К ним подходит основная масса игр. То есть основная масса игр именно на эти джойстики и ориентируется. Собственно, ну и соответствующим образом и управление подстроено именно под эти джойстики. Ну, давайте, например, зайдем сюда.
Ну, собственно, вот, прошу уровень именно на джойстике, все работает. Отличный ресивер. Единственное, что, конечно, с драйверами такие проблемы, но не знаю, Windows, как бы это не является открытием, я думаю, ни для кого. Такой вот обзорчик. Спасибо за просмотр. Всем пока.